Накануне нового 2018 года во Дворце книги состоялось вручение региональных наград в области историографии и литературного творчества. Ее инициатором и организатором является журнал «Мономах». Главный приз – гран-при «Шапка Мономаха» вручается за заслуги в продвижении культуры, нравственности и духовности. Премия «Шапка Мономаха» говорит о сбережении сил. Великий князь Мономах собирал русскую землю для того, чтобы она была сильной. И вот наш регион должен быть сильным исторически. У нас много исторических деятелей, у нас славная история. И вот это все отражается на страницах журнала «Мономах». Церемонию награждения открыл губернатор Сергей Морозов. В своей поздравительной речи глава региона напомнил гостям, насколько важно бережно относиться к сложившейся в обществе системе ценностей, к патриотизму, уважению к своей истории, культуре и традициям. Все вы исполняете очень важную общественную миссию. Все вы формируете духовные и культурные столбы, на которых держится единство нашего общества, наша идентичность. И не побоюсь этого слова сказать, наша человечность. В этом году главный приз достался заведующей научно-исследовательским отделом музея-заповедника Родины Ленина Елене Беспаловой. Ее книга «Памятник Карамзину» в Симбирске была удостоена всероссийской награды и получила положительные отклики экспертов. Награда, может быть, и выстрадана мной, может быть, еще дает мне повод еще задуматься о своей работе и дает повод, чтобы моя работа не сбавляла темпов и была вот тоже на высоте. За заслуги в области региональной историографии была награждена кандидат исторических наук и специалист Центра стратегических исследований Надежда Липатова. А победителем в номинации «Молодому автору» за лучшую публикацию года признана работник архива новейшей истории Рената Ильязова. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.